Оперативная обстановка на 43-й день войны. Война в Украине. Карта боевых действий. Deep State. Начались 43-й сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Российская Федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Основные усилия оккупанты сосредотачивают на подготовке наступательных действий на востоке Украины, целью которой является установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Враг продолжает активные боевые действия на Донецком, Южно-Бугском, Таврическом направлении. На Слобожанском направлении противник продолжает активно блокировать город Харьков и осуществляет активные артиллерийские обстрелы города. На Донецком и Таврических направлениях враг продолжает активные артиллерийские обстрелы населенного пункта Попасная, цель и задача которого является поражение подразделений вооруженных сил Украины и возобновление наступательной операции на населенный пункт Рубежная и Новобахмутовку. Также оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону в районе населенного пункта Новоташковская. На Южно-Бугском направлении враг осуществляет оборону заранее занятых рубежей, принимает меры по восстановлению боеспособности своих подразделений. Продолжает проводить жесткие фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях Херсонской области. Часть выведенных российских подразделений размещается в палаточных городах на территории Российской Федерации, граничащих с Украиной. Военнослужащие отказываются принимать участие в дальнейших боевых действиях на территории Украины. Морально-психологическое состояние личного состава низкое, имеет тенденцию к ухудшению. Командование Вооруженных сил Российской Федерации продолжает поиск возможности решения проблемного вопроса пополнения человеческими ресурсами своих подразделений. Российские военные комиссариаты активизировали работу с военнообязанными, уволенными в запас с военной службы после 2012 года и имеющие военно-учетные специальности водителя, механика-водителя, разведчика, а также младших командиров. Официальной причиной вызова в военкоматы является проведение собрания по подготовке по указанным военным специальным срокам на 3 месяца. Также на территории так называемой Приднестровско-Молдавской республики проводится соответствующая агитационная работа с населением, имеющим российское гражданство. Оккупанты продолжают проводить насильственные действия в отношении гражданского населения на временно захваченных территориях, осуществляют принудительный вывоз населения Мариуполя на временно оккупированные районы Донецкой области.
Воздушные силы Украины. За прошедшие сутки были ликвидированы одна воздушная крылатая ракета, беспилотный летательный аппарат и боевой самолет. Авиация воздушных сил продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов по войскам оккупантов. В общей сложности за 43 дня войны вооруженные силы Украины ликвидировали 18 900 оккупантов, сожгли 698 танков, 1891 боевую бронированную машину, 332 артиллерийских систем, 108 реактивно-залповых систем, 150 самолетов, 135 вертолетов, 111 беспилотных летательных аппаратов тактического уровня, 1358 автомобилей, 7 кораблей и 25 единиц специальной военной техники.